Теперь я знал, как прикончить Мюллера. Один точный выстрел зенитной башни по его командному пункту. Но русские спутали мои планы, отрезав меня от предполагаемой позиции для стрельбы. Мне нужно было пересечь линию фронта, обойти атакующих русских и проникнуть внутрь одной из наиболее тщательно охраняемых крепостей в Берлине. К этому меня и готовили. Были только я, моя винтовка и мишень. Так, сюда проникнуть. Как ты думаешь, нам разрешат оставить себе вещи, которые мы найдем? Нет, их реквизирует командование. Черт, ну ты ж не скажешь им, если я что-нибудь незаметно положу в карман. Нет, но если ты собираешься это сделать... Что такое? Он где-то... Здесь. Я его нашел! Так, вроде все спокойно. Вроде пока все спокойно. Спалили что ли? Что там? Что происходит? Что происходит, не пойму. Растяжку надо поставить. Ты откуда от меня шмаляешь? Снизу что ли, да? Вообще хреново видно, и где они там. Ага. Оп.
фугас на всякий случай поставил. Так, вроде здесь все спокойно. Всех завалил здесь. Так. Что-то на улице, что-то, да? Я тут за кого вообще? Я сам по себе, что ли? Хэдшот. Оп. Зря я, наверное, наверх залез. Да. Растяжечка есть. Да блин, откуда? А, вон он. Граната! Ага, понял. Блин, где он? Вот он прям здесь. Бац, прям гранаты ему офигеть. Чё, вроде все. Все спокойненько. Дай-ка фугас поставлю. У меня нет. Нет, у меня нет ничего. Есть способ попасть на крышу?
Эй, давай быстро перезаряжайся. О, блин, нихера, вот выбежал откуда. Неожиданно, нежданчик. Отдыхай. Телефон какой-то. Всех валю. О. Фугасик бы где-нибудь поставить бы на всякий случай. Надо было бы вот здесь вот. Комната с подъемником, да? С комнату с подъемником. Ага, здесь мы не выйдем. Через улицу. Чуваки, я свой. Кто? А, вот он ты. Растяжечку ему сейчас здесь поставлю. На всякий случай. Блин, он спрятался, охренеть. Попал. Круто. Покинуть зону.
Ой, там меня уже кто-то ждет, что ли? Да. Ех. Газа нет. Так, не сюда. Ё-моё. Не туда, бегу, быстрее. Спасаемся.